Game mood. Game mood. Что за такие жопа? Что это за кенты вообще? И вот ты у цикад. О, это она? Ты извини. Марлин. Не знали, кто ты. Где Эля? Она жива. Так, а она не мерла, Марлин? Не, он сказал, что подлетала. Вы столько прошли. Скажи, как? Ногами, блин. Все. А ты как до сюда добралась? Ну, ты. Целеустремленная девка. Может, это судьба. Я стольких потеряла по пути. Отдала почти все, что было. А потом приходишь ты, и мы чудом успеваем ее спасти. И правда судьба. Choose your destiny. I know, speaking English. Падло из Палео. Я тоже что-то с Дону не понял. Мы позаботимся. Не могу. Я хочу ее видеть. Нельзя. Ее готовят к операции. Какой еще операции? Врачи говорят, что кордицепс внутри нее как-то мутировал. И дал иммунитет. Они извлекут грипп и смогут синтезировать вакцину. Вакцину. Как грипп отделят от мозга? Вырежет. Никак. Ищите кого-то еще. Она одна такая. А ну, веди меня к ней. Стой. Я знаю. Ты думаешь, что тебе сейчас тяжело, но не представляешь, каково мне. Я помню ее с пеленок. Обещала матери присмотреть за ней. Как ты можешь допустить, чтобы ее убили? Это важнее меня. Даже ее. У нас просто нет выбора. Да. Да, вижу себя, ты уже убедила. Але мене ні. Виведи его. Брудна почеряла хвойда. Последний шанс, Джоел. Я втечу и наваляю тобі. А я втечу и наваляю просто. Мені. Вставай. На голову. А ну вставай. Если я встану, ты ляжешь. Курва. Нахуй мы приближаемся к микрофону. Давай. Иди. Не, ну тут поворот сюжета сейчас будет понятно. Иди, я сказал. Дай только повод. Ну, з іншої сторони, якщо вони реально б зробили вакцину, то це ж була б крута штука, правильно? Так, а гра 200. Хрен ли ти встав, шагай! Хрен ли. Іди, говорю! Йоп! Где операционна? Як ти так зроби? Не тяни время. Где? Где? Самый верх, дальний конец. Мой конец. Шарик и все? Ну ему походу все. Ну он стал добрейший, да, по той игре? Ну да. Контрабандист, он здесь! Ты сейчас будешь делать вещи. Че робы? Ну и что ты стоишь? Дивлюсь, что у меня есть. А ты еще подожди 30 секунд. Контрабандист! Вижу! Собираю. Так, аптечек у меня нема, ничего нема. Может, ты можешь это сделать? Да, я бачу, есть ключ. Нет, а, бомбу, бимбу. Опять она цверкуна попадает. А он у меня теперь... Сколько зарядный? Двух. А
Я бачу, звідси є швидка. Наверху, а ти... Виключи хвана. Короче, як завжди буває, да? Получається, ми з неї тащилися хрінті куди. А де вторий? Десь там. Воно. Дивися прям, дивись. Тирі! Душно мені. Ку-ку! Перебіг. Воно, зараз сюди вилізе. Не упусти його! Зараз спрячься тут тихенько і роби свої діла. Ви за це ти! Ах ти! Бачиться! Він промахав! Ти за що розбрадався? Єбать ти геній нахуй, давай єбани. Бля, в мене нема аптечки. Може, нельзя зробити. Не можеш. Халілу. Ну як халілу, я хочу зіграти. Так, треба просипатися, щось втикаю вообще, капець. Вообще, да? Я теж. Так, що є, дробовий? Ого, я сьогодні мів, слиш. Блядь! Ти чаваро. Сука! Ще? Ви заебали, блядь, дайте мені пожити трошки. Де? Ну тут. От за мною, ти же не бачиш? Слева чи справа, я не помню. Слева. Зараз я поки не йшов лево. Що він ти жопа тягли? О, там М16 була! Це там же, бери огнеметище, сиди, це в другому якомусь. А то ж хуйово, брахуй, собереш цю гру. Дуже хуйово. Чи його тихо вбитися? Ну дивіться на нього, як здихає. І тихає на. Ну що слышно? О, може ти зробити. Аптечилось. Меня огнемет 14 патронов. Его нет! Степью! Дэнси. Ну туда пишу. Ну ассасинс. Ну что, сюрпризы будут, а? А кирпич там належался что ли? Там кирпич? Кинь туда. Чего ты туда кидаешь? На ворожок він до тебе прийшов, блядь. Його здесь нет! Ти не тут, блядь, я хуй знаю. Вон. А это что? Деда, много хуйня. Тут патронов дал не побольше. Десь вдалі біжав, да? А дивись, може отут ззаді обходить, да? Ну да. Що, нема ось чувака ніколи? Ну, щось там мелькає. Кирпідів, кирпідори. Поняв, що на кирпичами тут творить, да, чудеса? Да. Отам десь, да, вивали. І присядь. Що там? Что там? Смерть твоя, кура. Хер с колбасой. Оно ближе до того. Оно не выходит с той стороны. Только, ну, видишь, один проходит, один вот там. Пусто. Не надо патронов, чтобы он валиться. Вдохуище там.
И давай текать. Да, да, да. Что там что-то было? Сверху. Да, давай. Все, и уходит вообще в левую, в другую сторону, чтобы она сползла. Только вычисляет ДВН, может быть. Тут стоит, дыхание. Много НД. Ну, сзади, ёбана шея твоя вонючая, блядь. Нема больше никого. Провир. Там у него что-то должно быть. О, бомбел. Здесь есть? Пока не. Один циркун. И наверх, короче, надо добраться. А ну там что-то мелькает уже. Угу. Так, ну жизни у меня мало. Поэтому я не буду рисковать. Да нет, ты же не кинь туда. Туда скинь. Ну, блядь, быстрее он сбоку, ебать твой рот, он нонна. А, внутри тут хуйня. Блять, бомбу я просрал тупо, да? Не, сейчас мы должны потихоньку идти. Я же ждал, чтобы он прийде, а он не прийшов. Так надо было назад бежать. Ну не понял, откуда ты просто. Его тут нет! О, убил чи шо? Сейчас он будет бежать. О, сейчас вылазит. Ну? Провір, десь ще вони можуть обходити. Вони там сидять, ти бачиш? Ага. Ще один. Хай підходим. Тут суки, да? Не йдуть. Петрі. Он ще там! Його тут ні! Хорошо. Отработал свой патрон. Да, только бомбы не отработал. Бо той хиромант не хочет идти сюда. Эй, он там! А коли ж ты, сука, умрешь, блядь? Пиздец, блядь, заебал. Вырежу себя. Что это было? Ты тебе херово, че ж? Ага. Все, завалы сейчас. Надо что-то предпринимать. Столетика я. Выманы и попробуй. Не, надо менять просто точку, сука. Понимаешь, что другое? Это был выпил. Сейчас не буду, он там проходит, и им пизда. Попробуй с той стороны обойти, они должны на тебя пойти туда, на перекресток на цей, понял? Вот сюда убить? Да нет же. Так. Бля, ну жалко все перепроходить у той. А може десь в начале будеш. Тут нічого нет. Вижу!
Пусть десь там був би кинь. Отут десь на самому перекрестку ж таке. Вон там. Ось. Його тут нет. Ну, ну, ну. Вон там! Воно F-16 лежав. Бомба. Бігом нахуй. Тут добре сайт. Воно. Двоїх, по-моєму, лише. Повернись назад, у нього була, блядь, ця пам'ять. Вон стоїть, блядь. Давай! О, бачиш цю херню? Де ти був? Чи ні? Так а скільки їх взагалі? Ну їх реально вбив багато. І коротше, треба тихенько, наверное, пробратися наверх. Ви попробуй їх тихо валить. Тихо, вони взагалі-то з оружием. Ні, ну типа там шут. Шутку? Шут. А отут дати не будь? На вулицю, блядь. Забігала дорожка вообще, блядь. Ну там они ходят, смотри, блядь, оба. Куда ты бежишь? Там здесь, в коридоре! Прикрой меня! Еще оно, блядь. О, бери. Можеш стати бімбу. Воно світову, на. За ним! Блядь, сука, ебанець! Блядь, не тупи, Джоэл, пожалуйста! Що, нема ніхуя? О, сіркун там два було. Ще 30 секунд. Оце тобі сюди. А, чорт. Поміняйте оружие. На такий случай. Большое оружие поміняй на яке-нибудь похуй. Та перезаряди, сука, такий ж тугий, капець. Все? Аптечка може зробити, ні? Ні. Ну, що це було, верись назад. Що там щось добреньке. А, ну все. Лучше збудуть, нахуй, їсти, попити, нахуй, всрасі. Нахуй, це кадьори вели. Хто? Брайан Стюарт. О-о-о-о-о-о-о-о. О, да. І що там ще? Єбать, що тут? Ва-ву-ву. Там все красиво. Перезаряжай. Замінити. Ти не надо, там, блядь. Там вона вже була кончена. Ні, ти один раз мог убити один раз, блядь. Що там є? Все, що є. А чого він тарян нема? Нахуй мені оце, блядь, тер-те-те-те. Таке говно, я не знаю. Може було таке зробити. Оптикондрій. Я, наверное, сразу її скучаю.
Та, реально, цей автомат, він плохо стріляє, ще й палівний капець, то коли ти починаєш з нього стріляти. Так, що куди йти? На генератор чи що? Да, може вирубити його. Ні, це сюди прийшов голова. Ну, а, він закиданий, все. А. Гімном. О, що там диктофон. Диктофон, да, ну да. Восьмое апреля. Марлин была права. Я тоже не видел ничего подобного. У девочки иммунитет к инфекции. Почему? Не ясно. Как и в предыдущих случаях, в серозной цереброспинальной жидкости наблюдаются высокие титры антител кордицепса. Посередине стремительный рост грибковых колоний. Однако абсолютное содержание лейкоцитов полностью соответствует норме. Провоспалительные цитокины без изменений. Что-то сделать можно. Томограмма мозга не выявила грибов. Я ж диктофон отключу то и. Я сюжет. Ми нарешті перетнули кордон Юти, за кілька днів приєднався до решти. Сьогодні настрій команди значно покращився. Я хвилювався за їхній моральний стан після того, як минулого тижня померли Грек і Таня. Приємно знову чути їхній сміх. Робін підійшов до мене і сказав: "Дякую, що наглядаєш за нами, Марлін. Маленька рідничка, але така потрібна мені. 23 березня літак і не прийшла, ми прибули до госпіталю, це було справжнє свято, принаймні для когось. Мабуть, вони раді зустрічі за старими друзями, деяких з них ми не бачили вже більше 10 років. Після того, як мені розказали новини, я не могла їсти, я й говорити вже не могла. Я мала бути вдячна за те, що жива, але зараз мені просто хочеться ненадовго заплющити очі. 24 березня вони подивилися на мене, я знаю, що вони думали, що просто кубка не здар, що я була повинна робити, я думала, що помру, на моїх людей полював увесь бостонський батальйон, мусила вивезти її з міста. Звідки мені було знати, що конвой свідки вже знищено, прокляття. Я запанікувала та врешті досить швидко прийшла до тями, а мої люди виявилися значно здібнішими, ніж я очікувала. Більше того, вони вціли після нападу армії, вціліли. Мені треба було тримати її коло себе, а натомість я віддала її парі контрабандистів. Я підвела тебе, Анна, підвела всіх нас, я бездарне вайло. 26 квітня, а ні з ким не можу розмовляти, я вже не витримую їхні погляди. Я тут ні за що не залишуся. Висок. Один з наших розвідників, що не вийшов на зв'язок по радіо, він помітив старого діда і молоду дівчинку, коли вони впадли в тунель біля автостанції. Він думає, що в неї було руде волосся, але точно він не знає, що як це вона. Ну припини, Марлін, скоро група йтиме на розвідку, я приєднався до них. Якщо ти заблукала в морозі, шукай світла, вона жива, зараз над нею проводяться тести. Не можу сказати, чи я схвильована, чи налякана, чи просто нервую. Знаю тільки, що руки трясуться і це не припиняється. Зачем? Почему? Зачем я це читав? Блять, всю, блять, 19 серій тебе питання. Так, короче, вона тут лежала. То її вже прооперували чи що? Я отут прошу? Ні. Пошли. Отам. О, бля. А є бомба? Ні. А оце? Оце ти можеш зробити. Туди кинь, роздупли їх, блять. Туди прям? Так, да, так. Да. А, вони от там, сука. Зараза! Не пускать ребенку! Ага, значить ти вже там. Молодець, я кинув туди, куди треба. Умничка. Ну чого ти я думав, що вони там? Убив когось. Блять. Я не попадаю ніхуя. Зато в тебе попадаю. Ну що, ребята, блядь. Блін, ці солдафони, вони мощні, да? Нож, блядь, буде, що ти нам ставиш. Ти пап, ти пап. А от зачем надо було бронебойні, блядь, брати, делать нам. Да. Зараз за угла ну, буде. Лобешник б не хочу вийти. Уздаля, неудобно. Я зря сюди кидав, мені наоборот. Як обходний путь. Тупо як стрьомно. Бачу, обійшов. Ага, воно. Блять, тут за стіною сразу ти що гониш? А як ти спів зробити від таку чарочку? Де? Воно.
Ну еще засветись. Вот тут он здесь должен быть по-любому. Засветись, блядь. Касайся за дом. Он опа. Ага. Не с первого раза. Потому что броник. Броник попал, да? Там горишь, не видишь. В зоне ебать! Еще. Ах ти сука, більш обходить пішов, прикинь? Ага, а ще не сюди виліз, а ти його чекаєш. Тікає. Та сука! Є воно патрони. Та сука, вас сика вас тут, блядь. Стоп'я, я хреневаю, ні аптечок ніхуя не дають, тільки, блядь, стріляй, стріляй. Бутылка. Фух, так, давай. Свети. Ассасин. Так а скільки їх, Поля, об'ясни? Тобі, знаєш, треба тихенько проходить і валить оттуда, поняв? Він каже. Де? Так, що у нас там по дробаш? Дробаш таке. Пістолет теж візьми. Я не поміняв патрони, пам'ятаю. Перезаряди. В жизни куча, да? Блять, еще! Еще один? Да, шесть там, наверное. А то патроны, да патроны, пусть, да? Нихуя патроны не могу. Не, иди ты хрен. Если он тут рядом, ты чуешь? Ну, я съебнусь. Экзит. Ну точно не могу. Ну все, пизда. Да, конечно, спасем. Это их задержит. Ага. Их же нема там. Все сюда заставили. Вот тут. Должен, тут должен. Послухай, как ты мрешь называется. Анна. Давненько я с тобой не говорила. То кто, Анна? Угу. Я дала разрешение продолжать эксперимент. На самом деле меня не особо и спрашивали. Так, пустая формальность. Еще там нужно. Ты знаешь, я сдержала свое обещание. Я заботилась. Что бы ни творилось в моей жизни. Ради нее я готова была на все, но сейчас. У-у-у. Там что-то было. Да. Вот там. Это уже мы в операционном. Воно, а, тут сейчас видно. Ну я, короче, парень такой, что думаю, что еще не началась операция пока. Еще можно трошки подождать. Ну, блин, Коля, нема нихера вообще. Тупо вот так вот. Так там врачи, не думаешь, там военные. То есть, если я сейчас зайду. Да. Ты понял? Ага. То меня тупо завалят, и я... Да как... не, что мы там с автоматом? Там стерильно вообще-то все должно быть. Я ж ты казал. Доктор? Что ты здесь делаешь? Я не дам ее забрать. Это наше будущее. Подумай, полы, скольких мы спасем. Полы. Пошли, детка. Держу. Держу.
Ну тоже, теперь вакцины не будет, доктора ж тоже вольнули. Иди куда? Бежи в другую сторону. Побежи, пожалуйста. И куда дальше? Не, назад, вот сюда. Вот сюда. Все хорошо. А, ты ж тупо бежал, прикинь. Все хорошо. Вон у твой лифт, я тебе говорю, куда он забил? Ну уже, ну. Сейчас терминатор. Тыры-ты-тыры. Боже. А дальше что делать? И все такая, экшен кончился. И музычка должна быть. Сейчас тут по-любому 300 миллионов будут. Сексиллионов еще. Который повар? Ну давай, давай. Ее не спасешь. Допустим, ты выберешься. Рано или поздно ее разорвут щелкуны. Или бандиты изнасилуют и убьют. Это не тебе решать. Это ее выбор. Ты ведь знаешь. Слушай, ты можешь поступить правильно. Ей не будет больно. Так уже врачи завалило все. Опа. В смысле, он ее отдал? В смысле, интрига вообще-то. Не завалил. Ты выпадаешь. Пока не вставай. Отойди от наркоза. А, так что случилось? Прикинь, значит, интересно, она реально хотела? Я не знаю, но она говорила. Она не знала, наверное, что ей надо умирать. Оказывается, таких, как ты, много. Сейчас обман. Людей с иммунитетом не один десяток. И от них никакого толку. Они и бросили. Что я к ним сделал? Попытки застрелы. Создать вакцину. Так не держал ей, блядь, я к ним застрял. Списюначишь. Мы едем домой. Прости. А. Что ключ проучил ключ? Нет. Не стреляй. Отпусти. Ты будешь ее искать. Поездишь? Ой, ага. Как бы тут за оленятком побегать. Ну? Вроде можем идти. Отсюда нам по прямой. Так, а куда это? Все уже, смысл игры кончился. Тут красиво, да? Да. Так, не зацепись волосами. Все, держу. Возраст дает о себе знать. Я тебе не рассказывал? Мы с Сарой любили гулять по лесу. Крепкая девчонка, не угонишься.
Мне кажется, вы бы с ней сразу подружились. Она бы тебе точно понравилась. А ты ей. Да. Ух ты. Смотри. Мы почти пришли. Томми был Тони. Если бы Тара была жива, ей было бы сколько? Роки 26. Да не, ну не еще. Вот 30. И Ред. Еще она могла вырасти алкашкой, наркоманкой и шлендрой. Так что факт, она бы ей понравилась, правильно? Что такое? Что произошло? Да. Давай помогу. Помоги. На. Идем. Погоди. В Бостоне. Когда меня цапнули, я была не одна. Мою подругу тоже укусили. Мы не знали, как быть. Она сказала: давай просто ждать. Мы сойдем с ума вместе. Это так романтично. Вот мы с тобой, я и жду Варик, до сих пор. Ее звали Райли. Она умерла первой. Потом Тесс. Потом Сэм. Элли, ты тут ни при чем. Нет, ты не понимаешь. Я не сразу смог принять то, что выжил. И надо просто... Надо идти вперед, искать, за что сражаться. Знаю, ты не это хочешь услышать, Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Клянусь. Бахулик. Вот все, что у нас камера выключалась. Брехло. А, це ж та ж фірма, що Crash Bandicoot робила на своїй PlayStation. Ти це пам'ятаєш? Ні. Що ні, блін? The Last of Us Part 2. Значить, що буде Part... Точніше, це One, а то буде Two. The Last of Us Part 2, таке, да? Гопник такий, сімочка, луцька, Two! Ну що, хлопці, дівчата? Ешлі Свідовські. Скінчилось. Ну, дівчата, треба записувати плашку віддільно все одно. Да, так що, щоб ти з Коля не пизданув, це буде вирізано і виссано.